Просто в двух словах расскажу, что сейчас... А вот сейчас, смотри, Ростов-Дон. А вот Ростов-Дон, до свидания. Время 6 утра. Да, 5:55. Мы уже в пути. Собственно, какой-то режим, ты знаешь, такой очень плотный. Ну, что делать? Плотный — это такое очень корректное слово для этого. Очень корректное. Без лица происходящего. Да, у нас вчера смена была с 5:30 до позднего вечера, да, до 12. Но уснул я где-то к часу, мне кажется, пока там помыться. Ну, короче. И сейчас мы уже двигаемся снова в Сочи. И это неплохо, черт побери. Это неплохо, но поспать бы хотелось. Поэтому я в люльку. Я вот к чему все это рассказываю. Давай, мужик. Давай. А ты давай. Пока, да? Давай, берем. Какая красота. Буквально вчера я нас обдувало ветром холодным в Ростове. И было плюс один. Холодным и механическим ветром. А это да, намек такая. Бля, так проснулся. Короче, -3 было сегодня на выезде. Мы выехали в 5 утра, и вот мы там посменно, один спит, другой едет, другой спит, там опять, ну короче, по этой схеме. Уже смотрим на солнышко, а оно смотрит на нас. Поэтому Супра на прицепе, едет в агдетейлинг, оклеиваться, укались на месте, все. Это красивая природа у нас здесь, а? Я это выговорить не могу. Жила в красный сарафан, и я б забыла, что ты есть. Я б не лезла в эту сеть. Я бы не была бы здесь. Уплыла в океан, жила в красный сарафан, и я б забыла, что ты есть. Я б не лезла в эту сеть. Я б уплыла в океан.